Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин пристыдил олимпийскую чемпионку Оксану Грищук и Оксану Баюл за оскорбление в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. «Тарасова ужасный человек, змея. Она обокрала меня, лишив всего», – заявила Грищук накануне. «Деньги она любит, а не Россию», – сказала по поводу Тарасовой Баюл. Жулин отреагировал на эти слова олимпийских чемпионок. «Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливы в жизни. Вот и все. Прошла популярность, прошла известность, и надо что-то делать. Просто стыдно, значит им нечем заняться, и они занимаются склоками. Татьяне Анатольевне желаю только добра и здоровья. Она мудрая женщина. Надеюсь, что она не будет никак реагировать. Я думаю, что если она будет молчать, то все потихонечку заткнутся», – сказал Жулин.